утра вечер. Да. Ну что, друзья, мы в Лодворе. Это уже... Мы только что проехали Лодворовский колледж прямо на въезд в территории города. Находится колледж. А здесь уже территория города, уже городское поселение. Так оно выглядит. Вот этот черный пик впереди. Это гора Лодвор, которая находится здесь, в самом центре города. И дорога нам сюда скитала, заняла 9 часов. Мы проехали 300 километров. В основном это было бездорожье. Всего лишь на выезде из Китала была более-менее нормальная дорога. Но как только мы вышли через горы, мы вышли в долину, началась вот такая вот дорога. Как называется его река? Тарквелл. Тарквелл? Конечно, масштабы реки на самом деле сильно впечатляют. Даже круговое движение, друзья, даже круговое движение есть. Вот не знаю, как вам. Но мне очень нравится. Вот я вам передать не могу, насколько мне это нравится все.